Разия Монтаева живет на первом этаже пятиэтажки в центре города. Пока не установили домофон, страшно было даже заходить в подъезд. Теперь радуется женщина, хоть цветы на лестничной площадке разводи. В нашем доме установили домофон полгода назад, и мы очень довольны. Домофон намного лучше открытого настежь подъезда или кодового замка. Соседки Таисия Кругова и Татьяна Тетерина услугами компании «Строймастер» домофоны «Шымкент» воспользовались давно. Говорят, фирма надежная. Здесь и качество обслуживания, и сервис на уровне. Очень ответственные. Мы даже удивились, да, надо же, такая организация есть, которая вот действительно как будто в своем подъезде делает. А потом, вы знаете, не только что у нас даже тепло и чисто, ведь президент обратился в такое тяжелое время, когда теракты. Он сказал: каждый себя охраняйте сами. Поэтому это наше жилище, мы, может быть, в некоторой степени, но от чего-то плохого себя защитим. Евгений Воропай мечтает, чтобы такое устройство было установлено и в его доме. Я недавно переехал из России. Домофоны там порядке вещей. И здесь, в Шымкенте, очень радует то, что есть такая компания, которая занимается установкой домофонов. Стать клиентом компании «Строймастер» домофона «Шымкент» именно в эти дни выгодно вдвойне. Компания проводит акцию для всех шымкенцев. Компания «Строймастер» домофона «Шымкент» объявляет о проведении акции, в ходе которой жители нашего города могут установить домофон не только со скидкой, но и получить еще один бесплатный ключ. Акция начнется с 8 марта и продлится до 31 марта. Компания «Строймастер» домофоны «Шымкент» делает все, чтобы ваш дом стал действительно вашей крепостью.